Добрый день. Сегодня мы вам продемонстрируем полуавтоматический дозатор для розлива жидкости МДП-200Б. Аппарат может дозировать любые продукты жидкого и гелеобразного состояния. Операция дозирования осуществляется сразу на 4 поста розлива. С каждым соплом работает отдельный насос. Это дает возможность отдельной регулировки дозы на каждом из сопел и более точный объем дозированного продукта. Для удобства использования настольный насос-дозатор МДП-200Б укомплектован педалью управления дозированием. Давайте начнем. Предварительно мы уже все загрузили для экономии времени. Нажимаем кнопку «Пуск», уже нажали, и начинаем дозирование. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.